Стоять! Третий принц и шестой принц тоже пришли в поисках наслаждений? А почему так быстро уходите? Ты прочь с дороги, ведьма! Третий принц — потомок семьи Янь. И все же он использует такие грязные трюки. Да еще и против своего младшего брата. Какие грязные трюки? Мой пятый брат не умеет пить. Перебрал, вот и возбудился. Он сам попросил нас привести госпожу павильона Яньхун. Какое это имеет отношение к нам? Ваше высочество, не нужно ничего усложнять. Хорошо. Поскольку пятый принц не умеет пить, тогда сегодня я составлю вам компанию, чтобы вы выпили еще. Не нужно. Третий брат! Третий брат! Ну а ты? Я сам. Возвращаемся. Идем. Жарко. Третий брат, что ты сделала с моими братьями? Оставь их, пусть развлекаются. Третий брат, я весь горю. Третий брат, держись от меня подальше. Да. Иди ляг в кровать. Ложись. Я принесу тебе полотенце. Тебе легче? Эй, Лян Цюань, можешь вести себя как мужчина? Прости. Я только что... Мы с тобой уже муж и жена, поэтому не нужно извиняться за это. Но мне кажется, что ты расстроена. Ваше высочество, твой третий и шестой братья снова издевались над тобой? Лиер, не переживай. Моя мама говорила, что не надо воспринимать близко к сердцу тех, кто тебя обижает. Или ты не заметишь тех, кто заботится о тебе. Лиер.
Я хочу у тебя кое-что попросить. Что? С этого момента перестань называть меня ваше высочество. Это как-то странно. Сюань... А как насчет Сюань-эр? Отлично! Отныне так и называй меня. Больше никому этого не показывай. Лир, я правда тебя люблю, но не так, как сейчас. Сейчас я люблю тебя от всего сердца. Пятый принц и пятая принцесса приглашены во дворец на встречу с государем. Отвратительно! Как ты можешь использовать такие грязные уловки против пятого брата? Теперь придется это расхлебывать. Но ты не должен позволить своему отцу узнать об этом. Хорошо, встань. Матушка, пятого брата нужно остерегаться. Вставай уже. Спасибо, матушка. Но я понять не могу. Этот парень — полное ничтожество. Почему у тебя с ним постоянно проблемы? Пятый брат уже не тот, что раньше. Его нельзя недооценивать. Хорошо. Тогда расскажи мне, что в нем не так, как было раньше? Матушка, ты помнишь принцессу, на которой он женился? Не та ли это заносчивая маленькая девчонка, которая не умеет вести себя и создает проблемы? Она не просто не умеет себя вести. За день до этого она испортила праздник в честь дня рождения, и ее отношения с отцом не такие, как по слухам. Кажется, пятый брат действительно пользуется поддержкой семьи Лэн. Да, проверь это. Ваше Величество, прибыли пятый принц и пятая принцесса. Сын приветствует отца. Невестка приветствует отца. Долгих лет императору. Встаньте. Благодарю, отец. Я слышал, что вы поженились несколько дней назад и уже доставили столько проблем. Сюань-эр, ты принц. И не можешь контролировать свою жену. Зачем? Ты такой нужен. Отец, я знаю, я виноват, я бесполезный. И заставил отца волноваться. Я думал, что ты просто трус. Но я не ожидал, что не справишься даже со своими семейными проблемами. Как я смогу доверить тебе какое-то важное дело? Отец, не гневайся. Бесполезный мальчишка. Ты в порядке? Я разрешил вам разговаривать? Отец, это все моя вина. Лиер не виновата. Нет, это я виновата. В эти дни после свадьбы я создала проблемы и потревожила его высочество. Поэтому не вините его. Однако, Ваше Величество обвиняет его, не узнав о причинах. Его сердце переполнено любовью к вам. А у тебя хорошо подвешен язык. Ты смеешь обвинять меня? Отец! Убийцы! Защитите Его Величество! Ваше Величество! Быстрее! Быстрее! Лекаря Сюаню! Да! Сюань! Сюань-эр! Лир! Потерпи. Лир. Сюань-эр, как ты? На лезвии яд. Что? Отравишься, Лир. Сюань-эр. Сюань-эр. Ну что?
Лэн Ли, Сюаньор. Сансу ру га е е, чан сян фай.